Самаре состоялась конференция по пилотному федеральному проекту по гериатрии и паллиативной помощи «Территория заботы». В ней приняла участие главный гериатр страны Ольга Ткачева. Она отметила, что Самарская область является безусловным лидером в сфере помощи пожилым людям. Почти четверть населения 63-го региона – это люди старшего поколения. Они получают помощь в клиническом госпитале ветеранов войн, а также на местах проживания, пользуются услугами выездных бригад врачей.